ты. Ой, ну что ты, Миха? А какой ты? Еще чуть-чуть, и я бы ее вытащила. Эх, так больно, дайте гладь побыстрее. Ой, мама идет. Мамочка! Ты слышишь, мама идет, я должен ее встретить. Постой, постой. Ага, а я ее все-таки достала. А то это не мама, наверное. Что там с тобой случилось? Катя, что с тобой? Нету мамы. Ну-ну, не плачь. Мама скоро придет. Карлос, гляди, как кто идет. Идет, идет. Мама! Мамочка! Сыночек, почему ты хромаешь? Ничего, ничего, мамочка. Просто колючка в ногу впилась. Уже не больно, вот. Скоро заживет. Мама, мамочка! Родные мои деточки. На, Като. А ты что плакала? Наверное, ты ее обидел? Честное слово, мамочка, я ее не обижала. Такой вкусный хлеб, мамочка. Мамочка, а почему ты сегодня так поздно? Да так, доченька. Покупателей не было, да и жарко идти. Соскучилась. Дай. Подожди. Надри. Софа, доченька. Это выручка за Мацони. И сходи, отнеси хозяевам пустую посуду. А ты в долг Мацони никому не оставляла? Нет, доченька, не оставляла. Миха, принеси воды. Като, и ты иди помогать. А знаешь, тетя Милана спрашивала, не продашь ли ты ее Мацони? Ну, хочешь, я схожу к ней? Дитя мое, спроси, не продашь ли Магдана и мои два горшка Мацони? Что вы, тетя Кэфи, разве моя мама может столько донести? Я и так набрала 20 горшков. Бедная Магдана, как мучается из-за своих сирот. Thank you.
и Магдана. Бог в помощь. Дедушка Гига, спасибо. Ты опять куда-то торопишься в такую рань. Что ж делать? Снова старости целый день дрова возить нужно. Целый день вчера возил, и вот опять. Слава богу, последний раз еду. Хочу скорее покончить с этим делом. Магдана, доченька, ради радости твоей уголек, вынеси мне. Сейчас, дедушка, сейчас. Дай бог тебе счастья, доченька. Магдана, давай-ка твою ношу мы ее на арбу положим. Довезу хоть до родника. Спасибо тебе за заботу. Давай сюда, давай. Вот так. Какой ты добрый, дедушка. Софа. Софа, девочка. Что? Что такое? Мне надо идти. Ты одолжи еще один хлеб у тети Кеки. А я постараюсь пораньше прийти, что-нибудь принести. Присмотри за детьми. Хорошо. Посмотри. Бегала, ни свет, ни заря уголь привез. А мы до сих пор здесь торчим. А ну же, я выкладываю выручку. Сейчас, дядя Мито. Кому я сказал? На. Так, остальные. Ну, на. Гони, а слово не то, я покажу тебе. А ну, пошевеливайся.
Не-не-не-не-не-не-не. Ац. Ну, 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 пошел собачий сын. Здравствуй, Митва. Здравствуй, добрый день. Здравствуй, Митва. Здравствуй, здравствуй, пусть растет твой сын. Ац. Ац. Дондали, дондали, а? Эй, Валуа, эй, Валуа! Иду, иду, дядя Мито! Ай, дондали, дондали. Ты где пропал, мошенник плут? Не слышишь, что тебя зовут? Мне глоток воды из студион, слаще девушки влюблен. А? Хац, ты где пропадаешь, негодяй? Хац, давай. Где ты, где? Ручей-то далеко? Хац, кувшин с водой, кувшин с водой, слаще девушки любой. На, возьми, дохлятина. Фу, что провалить по раздавшему тебе. Ты косоянный шел, переплетется, чтоб тебе лоб. Хат, ах ты. Опять свалился этот проклятый осел. Свалился, бедняга. Бедняга! Чтоб я вот черт побрал. А ну-ка. Чтоб сквозь землю провалился тот, кто продал мне тебя. Ах ты, он даже не дышит. А ну-ка, поднимай его за хвост. Поднимай. Поднимай. О, черт. Фу, а все из-за тебя, дурак ты эдакой. Брось эту падаль во враг. А что, если он оживет? Не оживет. Взвали на себя эти мешки, тащи сам город, проклятый лентяй. Дай сюда кувшин. Ты виноват, ты. Ну, бери мешки и пошевеливайся. Ой. Хац. Из-за вас, любимый, своей, пил вино я много дней. Хац. Это не волк. Идем. Ой, я боюсь, это волк, я боюсь. Не бойся, идем. Ой, я не хочу, не хочу, не надо. Не бойся, не говорю тебе, это не волк. Я боюсь. Не бойся. Да это же осел, посмотри. Осел? Он же дышит. Обожди-ка. Супа, шика, ванна, все сюда. Идем. Надо сказать, знатные были поминки отчества Ивана. Да, конечно, сын мой, знатные. Жалко, и Ниника
так рано скончался. Что делать, сын мой? Эх. Здесь ослик лежит, дяденька, мертвый! Мертвый? Он не должен здесь лежать, может, он зачумленный. Скиньте его в этот овраг. Слышите, что я сказал? Были поминки, отец Трифон. Да, конечно, сын мой. Знатные. Ребята, давайте подорожим. Жить правильно, бежим скорее. Доброе утро. Пошли тебе, Бог счастья. Дай-ка 5 горшков. У моих ребят сегодня славный аппетит. Дай вам Бог здоровья и аппетита. Ведь не чужое едите, а то, что сами заработали. А, пусть глаза лопнут у того, кто живет чужим трудом. Дотащился? Что посеешь, то и пожнешь. Из возлюбленной своей пил вино я много дней. За что обижаешь дядю Миту? За что? Эх, совести у тебя нет. Совести, говоришь, нет у меня? А? Я не виноват, что ты своих ослов изводишь голодом и работой. Что, по-твоему, я неправду говорю? Так-так, Лано, так. Как ты смеешь, мальчишка? Ведь я на улице тебя подобрал. Я тебе вместо отца родного обуваю, одеваю, пою и кормлю. А ты называешь меня бессовестным? Ах ты, сопляк, убирайся отсюда! Убирайся! Вон отсюда, говорят, тебе-то бы и духу твоего здесь не было. Вам, паскудник неблагодарный. Что он натворил, Мито? За что ты над ним так измываешься, скажи? Да как же не ругать его? Слыханное ли дело, убыток за убытком терплю. Еще в прошлом году эту тетверку морил моего осла, которого я любил как сына. А сегодня Стой! Опять, по его милости, пришлось выбросить во враг еще одного осла. А после этого он говорит, что я во всем виноват, что я бессовестный. Да как же мне не бить его, подлеца этакого? Магда пришла. Это ты, здравствуй. Садись рядом. Ну, садись. Мацони! Я вижу, осталось еще несколько горшков, Магда. Осталось 2 горшка. Не могла никак продать, а весь город обошла.
что ж делать? А я ведь сегодня не продала еще ни одного горшка. Мацони, хороший мацони, купите, меня мацони, купите, госпожа, мацони, холодный, а вот я же не мацони, мацони, госпожа, мацони, мацони хороший, мацони, госпожа. А даже не взглянула, чтоб у нее глаза лопнули. Ничего не сделаешь, такова наша участь, дитя мое. Мацони, купите, госпожа, а вот купите у меня. Не галдите. Купите у меня. А ну-ка покажи твой мацони. Купите у этой женщины, господин. Лучшего мацони не найдете на всем базаре. Давай сюда. Хороший. Берите оба горшка, а то домой надо идти. Сироты меня дома ждут. Ладно, только не хнычь. Пусть будет два. На двугривенные. Отнесешь их моей матери. Вашей матери? Иди вот туда и сразу налево. И спросишь там бабушку Кетова. Хорошо, иди. Хорошо. Не забудь. Упала, ты не ушиблась, бедненькая. Что же делать? Мацони-то теперь нет у меня? Ничего, ничего, успокойся, голубушка. Да ведь деньги за него уплачены. Нате, госпожа, вы ведь совсем не виноваты. Такая уж у меня судьба несчастная. Жалко мне тебя, но я сама не богата. Теперь я должен убирать все это. Старайся, я виновата. Неужели ты не могла упасть где-нибудь в другом месте? Задала ты мне работу. Хотела бы я так упасть, чтобы больше не подняться. Я бы отдохнула тогда, избавилась бы от своих мучений. Скажи мне, чей это осел? Откуда он взялся? Миха его первый увидел, он валялся на дороге. Зачем он вам? Его нужно выбросить. Да нет, что ты? Его нужно оставить. Мы его выходим. Я принесу ему тряпки. У нас есть для него дом. Магдана, доченька, пускай ослик остается у вас. Не надо обижать ребят. Может, он выживет. Правильно он говорит, Магдана. Может, этот осел еще тебе помощником станет. Дай-ка мне Софу тепленькой водички. Софу! Миха, помоги мне. Дедушка, будь добр. Попроси старосту сюда прийти. Ведь он царский человек. Он должен все знать. А староста Медина слава. Правильно. Мамочка, он ведь правда попросил?
справится. Да, да, доченька. Бабушка, купи мне осла, я тоже хочу осла. Ладно, куплю, сынок. Давайте нарвем ослику травки у княгини в саду. Давай, пошли. Смотрите, староста. Что такое? Что такое? Почему народ собрался? А кто эту дрянь сюда притащил? Ведь я приказал выкинуть ее. Господин староста, может, Бог даст, осел выздоровеет? Что? Он выздоровеет. Было бы очень хорошо, если бы мертвецы оживали. Вот что, милая моя, сейчас же возьми эту падаль и выкинь ее во враг, слышишь? Он выздоровеет. Господин староста, я все-таки оставлю у тебя осла. Доложите об этом кому надо. Ешь, ешь травку, она вкусная из сада княгини. Очень хорошая травка. Смотрите, он открыл глаза. Ой, я глаз у него. Ой, у него синие глазки. Мама, давай назовем его Лурджа. Хорошо, сынок. А теперь слушай, с сегодняшнего дня ты должен знать, что зовут тебя Лурджа. Только не забудь, Лурджа. Вот тебе травка, ешь. Глядите, глядите, наш Лурджа ест. Мама, это Лурджа. Вот, гляди-ка, что значит дети. Сколько радости для них этот осел. Был кожа до кости, а стал, смотри какой. Ха. Теперь совсем хороший осел. Ребята столько сил на него потратили. Верно. Пока отходили. Зато, дорогая Магдана, тебе теперь легче будет. Навьючишь на луджу свой мацони, и он понесет его на рынок, а ты отдохнешь. Правильно ты говоришь, милая моя Тебра. Может быть, и моя спина отдохнет. Конечно, говорят, сиротская лепешка долго печется, но выпекается все-таки. И твои дети дождутся своего. Тетя Кеке! Тетя Кеке! Кто там? Кто там? А, Софо. Это я. Мама велела сказать тебе, если хочешь, она возьмет на базар и твой мацони. Пошли тебе Бог радости, дитя мое. Если есть, еще давай, я возьму. Спасибо, спасибо, доченька. Тетя Кека, я сегодня набрала 40 горшков. 40 горшков! Боже, как она понесет столько горшков. Кто? Твоя бедная мама. Что ты, тетя Кека? Что ты? Она носить горшки больше не будет. Лурджа, Лурджа их понесет. Завтра он понесет на базар мацони, тетя Кека. Тетя Милано! Thank you.
Ага, так. А ну-ка взмахни сильней трамбовкой, девочка. Ты у меня молодец, Като, хорошо работаешь. Мне так радостно, доченька Магдана, видеть, что и ты повеселела. Да, правда. У меня теперь на сердце стало не так тяжело. Может, и к нам пришло счастье. Обещала даже Софа платье купить. Мамочка, а мне что ты купишь? Не знаю. Это надо подумать. А может, дедушка купить ей чувяки, а? Чувяки, мамочка, чувяки. Вот я их тебе и куплю, доченька. Михо, мальчик мой, у тебя много еще работы. Сейчас кончаю, дедушка Гигас. А, ладно. А здесь осталось только притоптать и все. Я сегодня гораздо быстрее доберусь до города и к полудню, пожалуй, вернусь. Что ты, мамочка, неужели так рано? Да, дочка, да. Миха, Миха, а разве маму успеет до полудня продать Мацуне? Конечно, ведь Луджи идет с ней, ха! С мамой идет наш Луджи, с мамой идет наш Луджи. Луджи, Луджи. Като, ты не боишься? Я не боюсь. Мама. Тише, тише, не упади. Осторожно, Като, осторожно. Хат, Луджа! Хат! Хат, Луджа! А теперь, дети, идите домой, вы устанете. Нет, что ты, еще немножко, можно? Мамочка, я не хочу расставаться с Луджей. Дойдем до родника и тут же повернем обратно. Хорошо, идем. Хат! Мамочка, мамочка, вот тут лежал наш Луджа. Да-да. Ножки торчали вот так, а ручки так. Зубки оскалены. Язык вот так. Вывалился. Луджа не шевелился. Лежал тихонько. Наш ослик десять сказал, что это волк. А ты сам не испугался сначала? Он кинотеленка испугался. Какого теленка? Я не испугался. Трусишка. Врешь. Трусишка. Ах так, вот тебе, вот, вот. Мама, мамочка, Миха, нет, сейчас же перестань, ты как тебе не видно, что это скажешь? Зачем это трусишка, это неправда, я ничего не боюсь. Как жаль сейчас. Не плачь, не плачь, Като. Ты сама виновата, зачем ты его дразнишь? Не плачь, а то я тебе красивые чувяки не куплю. Мамочка, купи чувяки. Куплю, куплю, девочка, доченька моя. Михо, что ты там делаешь, сынок? А это я для Луржи, он в городе проголодается, и ты дашь ему. Милый мой Луржа.
Теперь уж идите домой. А я вернусь из города и принесу вам сладкий хлеб. Софа, девочка, смотри за ними. А вы не ссорьтесь. Ну, я пошла. Мама! Мамочка, пока ты будешь в городе, я нарву для лужи столько травы, что он утонет мне! Возвращайся скорее! Ма! Слышишь? Ты не забудь только купить мне червяки, мамочка! Мацони! Мацони! Замечательный Мацони! Мацони! Ну, моего вина. Ну, я прошу. Ну, выпей, выпей. Ну, выпей, да, женщина, чашечку. Мацони! Мацони! Скажи, чин-чин, почем? Дорогу! Пожалуйте сюда! Сюда, сестрица! Как, нравится, а? Да, а вот крепкая ли кожа? Это? С носу ей нет! Скажи лучше, для кого тебе нужны, на какой возраст? Дочки, на 5 лет. О, как раз эти. Да растет она счастливой, да износит 1000 таких. О, покажи мне эти. Ах, эти? Верно. Они достойны царевны. Эти лучше все-таки. Верно, верно, эти лучше. Такого товара нигде не достанешь. 50 копеек, дешевле не отдам. Слушай, я еще за ними приду. Ты, пожалуйста, не продавай их никому. Ладно. Горе мне несчастный! Мама, голубчик, помоги мне! Ну, вставай! Что же это такое? Ты что надела? Почел ты что? Ты видишь, куда едешь? Я не вижу! Она сама виновата во всем. Поставила осла у всех на пути. Дорога узка стала. Не мог объехать, да. А ну, лазь! Куда едешь, чтоб лопнули твои глаза? Почему ты мне не отвечаешь? А что мне отвечать? Отвяжись от меня! Задержите его, задержите! Нет, стой! Ты не уйдешь! Ты должен заплатить ей деньги! Возьми себе убыток! Заплати! Да, заплати да. ей! Что ты наделал? Ты же меня разорил! Пусть тебе не будет счастья за горе моих детей! Будь ты проклят! Заплати! Она бедная женщина! Думай бежать! Вот он, человек! А ну вас ко всем чертям! Ну, говори живей, на сколько грошей твой убыток? Господи. Сколько ты из меня собираешься вытянуть? Откуда я знаю? Не знаю, на сколько рублей ты меня разорил. Подожди, подожди. Подержи косла. Что ты смотришь? Осла первый раз увидел. Интересно, куда он смотрит? Постой, я, брат, сам знаю, куда смотреть. Ты, моя милая, скажи лучше, где ты взяла этого осла? Где я его взяла? Да. Тебе какое дело, где я его взяла? Нет, именно мое. Это мой осел. Только послушай. Ты его украла, и говоришь, какое мне дело? Эй, люди! Эта женщина украла у меня осла. Ты врешь? Она воровка. Ты что врешь? Что я украла? Я его подобрала на дороге. Он там издыхал, а мы его выходили. Это теперь наш осел. Да.
Нашла на дороге издыхающего осла. А кто тебя просил его выхаживать? Я не для того его оставил на дороге, чтобы ты его уводила. Воровка ты, ёдакую! Сейчас же снимай свой хуржин, а не то я перебью твои горшки! Не трогай! Ух ты, воровка ты, ёдакую! Я его выгляну, не смею! Ишь, проблем! Ну шо, издевай вас, оставь его в покое! Сейчас же убирайся отсюда, растопчи! Полиция! Полиция, идем, помоги! Где эта женщина? Я здесь! Она воровка! Она украла у меня осла! Что ему нужно, чтобы его землей засыпало? Пусть он от меня отстанет, он хочет отнять у меня осла! Он говорит, что ты украла осла. Нет, 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 клянусь жизнью моих детей, я же его, она я его подобрала на дороге, я ведь его... Врет она? Ну скажи пока. Лурджа! А? Лурджа! Как она ловко угнала осла, а? Лурджа! Настоящая воровка! Лурджа! 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 Доченька, Михо. А я сейчас достану чувейки. Ой, как ты промокла. Мама, горшок разбился. На. А вот еще один. Мамочка, что случилось? Где Лурджа, мама? Разве он не в сарае? Да нет. А я сейчас посмотрю. Где же Лурджа? Мама, что случилось? Где он? Куда Лурджа девался? Куда он девался? Мамочка, где Лурджа? Софа, девочка, дай-ка мне воды. Мамочка, скажи скорее, куда сдевался Лурджа? Говори, где же Лурджа, мама? Лурджа, милые мои. Лурджа! 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 Thank you.
часов. Девочка моя. Что, мама? Мне не хотелось говорить вам об этом. Лурджа завтра заберут. Нашелся его хозяин. Он пожаловался в суд и хочет отнять у нас Лурджа. Софа! Что это ты, девочка? Садись. Ведь ты уже взрослая. Понимаешь? Послушай меня. Миха, мы не скажем ничего. Ты его уведешь завтра. Пусть он побудет у дедушки Гигу. Я не хочу, чтобы он видел все это. Он, бедняжка, любит Лурджа больше всех. Он ведь выходил ослика. Так ты не спал, Михо? Ты все слышал? Не плачь, не надо, сыночек мой. Я сяду на лучше и не сойду. Пока не убьют меня. Лучше наши, я его ни за что не отдам. Хорошо, дитя мое. Мама, давай спрячем его у дедушки. Книгу. Ладно, сынок мой, ладно, ладно. А сейчас спи, сейчас спать надо. Слышишь? Делать. Ой. Хат, хат. Иди же, иди. Переставляй ноги, а то рассержусь. Пойдем, ну, и тебе не совестно, скажи мне. Пожалуйста, стой, если не хочешь слушаться. Стой лучше, а я возьму и без тебя пойду к дедушке, и тебя заберут чужие. Вот увидишь. Ты самый настоящий упрямый осел. Михо! Где ты, Михо? Михо, сыночек! Михо, Михо, сыночек! Наконец-то я тебя нашла, Господи, как ты меня напугал! Никто не отнимет. Ой, как ты промок. Ну что мне теперь с тобой делать? Идем сейчас же домой. Идем домой. Никто не отнимет нас, Лурджу, не бойся. Богдана Сасашвили. Богдана Сасашвили. Это я, господин. Почему ты не велась в суд?
Мне приказано оштрафовать тебя за непослушание. Сейчас ты немедленно отправишься с нами и осла возьмешь с собой. Не отнимайте у нас осла. Зачем вы берете на свою душу грех? Ведь все довольно. Знают, что мы его... Выводи осла. Нет! Нет! Не отдам, пока жива! Бог подарил его моим малюткам! Вы не смеете его отнимать! Не смеете! Не смеете! Эй! Давай! Доченька моя! Мама! Михо! Сыночек! Михо! Ничего, мама, ничего! Родной мой! Мама! Неужели нигде нет правды? И никто не сможет мне помочь? Куда уводишь? Не трогай! Я сама его поведу. Мамочка, возьми меня с собой. Ну, хорошо. Одевайся. Я скорее, скорее. Софа, присмотри за домом. Михо. Скорее, скорее. Успокойся, сынок. Ну, подойди ты. Идем. Дело купца Митова Георгиевича Лапиашвили по иску, предъявленному вдове Сесиашвили по поводу присвоения собственности его. Лапиашвили явился? Я здесь, сударь. Ответчик и свидетели здесь? Ответчик Макдана Сесиашвили, где ваши свидетели? Их нет? Ну как же нет? Вся наша деревня, сударь, мои свидетели. Не видно ваших свидетелей. Свидетель Теда Гунашвили. Староста, покиньте зал. Вас вызовут. Свидетель Теда Гунашвили. А? Целуй крест. Свидетель Тедо Гунашвили. Суд хочет знать, что вам известно об осле, которого присвоила себе ответчица вдова Сесиашвили. Мне... Ведь я... Мне ведь... Собственно говоря... Этот осел... Вернее... Вдова Сесиашвили... Этого осла... А, слушай, мамочка, пришел дедушка Тихо. Пойдем, пойдем, дочка. Не опоздать. Ты посмотри, наш староста здесь. Господин Теда, честь и совесть нашей деревни. Бедный вдове одного такого свидетеля достаточно. Господин Теда, главный свидетель. Тише! Кто вы такие?
кто такие? Мы одни сельчане этой бедной вдовы, милый мой господин судья. Кто вас вызывал? Никто. Мы сами пришли. Расскажем всю правду. Тише, а то я прикажу вас вывести. Нет, мы не уйдем. Свидетель Гунашвили, что вам известно по этому делу? Мне... Вот что мне известно по поводу осла. Мне... Скажи, что тебе связало язык, староста? Не ты разве насмехался над этой горемычной женщиной? Не ты сказал, осел дохлый, воскресить его не сможет никто? Не ты велел выкинуть его во враг, а? Эй, староста Педо, слушай! Ведь ты сам знаешь, что Магдана не украла этого осла! Что он валялся на дороге и вздыхал. Слышали? Ты ведь там это видел. Вот правда, я говорю соседям? Правду? Правда, правда, правда. Послушай. Ты ведь не хуже всей деревни знаешь, как она выхаживала этого осла. Она выходила осла. Она знаешь. И все знаешь, староста Тедо. Что ты на меня свои глаза вылупил? Это не я, это народ говорит. Скажите вы теперь. Ведь я, уважаемый господин судья, что я? Я... Ты что, ты что? Ведь все знают, что мой осел был здоровый. Конечно, осел был здоровый. Да ты что говоришь? А что? Давай, кури. Значит, ты утверждаешь, что это был здоровый осел? Mm-hmm. Ну да, господин судья, очень здоровый. Шибконогий осел был. О, прекрасно. Запишите в протокол. Продолжай. Но послушайте, что было дальше. Его не поили, не кормили. Мучили работой, били, не жалея сил. Ну, а после этого что ж? Свалился и стал бедный протягивать ноги. Дядя Вита мне сказал, брось его на дороге. Я и бросил. Да и кто сосчитает, сколько осла у нас на дороге издохло. Дурак, что ты мелешь. А что такое? Ах, молодец, Иванова. Для вынесения приговора суд удаляется на совещание. Декабря 1896 года именем Его Императорского Величества, Государя Императора, суд постановил. Дай духом, мы с тобой.